Британский певец Питер Гэбриэл отменил свой предстоящий концерт в Украине из соображений безопасности. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте исполнителя. Следует отметить, что в последнее время многие западные исполнители отменяют или переносят даты своих шоу в Украине ввиду продолжающегося политического кризиса. В феврале этого года свой концерт в стране также отменила британская группа Depeche Mode. Согласно информации сайта Hollywood Reporter, украинцы не увидят выступление греческого музыканта Яни Хрисомалиса. Кроме того, американские рокеры Aerosmith перенесли дату своего концерта, запланированного на 21 мая.